щука, по-моему, еще больше была. Вот по поводу того, что сейчас очень низкий уровень в целом Волги, есть множество теорий научных, почему это происходит, но в основном люди сходятся на том, что это периодическое явление, потому что постоянно вот Каспий изучается где-то с 1720 года. Мне рассказывал, я недавно брал интервью директор Каспнирха, что Петр Первый издал указ о том, чтобы каждый год замерять уровень Каспия. И вот с тех пор уровень Каспия как бы более-менее в Баку регулярно измеряется. Вот сейчас уровень Каспия минус 29 метров. За эти 200 лет, там уже 300 лет, на самом деле Каспий менялся очень сильно. То есть он падал до минус 35 примерно. И поднимался где-то до минус 24. Это все по отношению к Мировому океану. То есть предыдущая вот эта точка падения была в 78 году. В 1978 году уровень Каспия был минус 29,5. То есть сейчас он минус 29, и пока он снижается. Вот опять-таки я недавно тоже брал интервью у нашего астраханского океанолога. Он всю жизнь занимается практически Волгой, это Петр Бухарицын, но он председатель Русского географического общества Астраханского отделения. И вот он рассказывал, в 1975 году он, молодой океанолог, приехал в Астрахань, а здесь как раз падал уровень Каспия. И говорит, здесь был просто шок, все говорили, надо срочно что-то делать. Каспий засыхает, Каспий умирает, давайте перебрасывать северные реки. Был такой проект в 1975 году, там в 1976-1977. Был проект отгородить часть Каспия, то, что сейчас является Казахстаном, северо-восточная как бы вот часть, она самая мелкая. И также ученые во всем обвиняли залив Карабагазгол. Он находится в Туркменистане, говорили, что там вот вода вся волжская куда-то проваливается, как в черную дыру. В итоге вот этот пролив Карабагазгол, его отгородили дамбой в Туркменистане. Все остальное, к счастью, сделать не успели, потому что в 79 году уровень Каспия внезапно начал подниматься. И он за один год поднялся на метр. То есть для всех это было просто очень, ну, удивительно, потрясение. А в Дагестане очень пологий берег, и в Казахстане. И там успели построить села прямо около Каспия. И когда Каспий снова начал подниматься, все эти села затонули.
То есть предыдущий вот такой вот еще до как бы 78-го года. Знали. То есть вот орланы белохвосты — это одни из самых крупных хищных птиц вообще как бы Европы. То есть по размерам они среди хищных птиц являются третьими. Как бы беркуты и белоплечие орланы, они, конечно, еще больше. Но тем не менее размах крыльев орлана белохвоста достигает 2.5 метра. У них самки намного крупнее, чем самцы. И вес как бы самки доходит до 7, иногда даже до 10 килограммов. То есть это, в принципе, для птиц очень большие размеры. И орлан белохвост, он является у нас, скажем так, вершиной пищевой цепочки. То есть в дикой природе на него не охотится никто. Зато орлан белохвост может охотиться на кого угодно, на любую как бы добычу. Даже на людей. Ну, на людей, конечно, он не может охотиться, все-таки. На детей. На детей но тоже не может, бывает, все-таки. Когда идешь на этот, он налетает. Нет, я знаю, что во многих селах мне рассказывали, очень боятся, когда летит птица, кошки и небольшие собаки, потому что на них он может, конечно, напасть. То есть вот орланы белохвосты. Раньше я думал, что они питаются практически исключительно рыбой. На самом деле нет. Они, конечно, очень хорошо ловят рыбу, но рацион их намного шире. Они очень хорошо охотятся на бакланов, я сам лично не раз видел. Светы. Они могут нападать на лебедей, могут нападать на цаплю. То есть, в принципе, как бы практически на любую птицу, которая встречается в Астраханской области, они могут напасть. Кроме того, они нападают на андатр, очень часто у нас ловят, как бы я видел с добытой андатрой. На фазанов я видел тоже, как бы нападают. То есть, в принципе, это очень искусные такие хищники. Живут они в дикой природе до 25 лет. Это очень много как бы для, опять-таки, птицы и вообще для животного. Они исключительно моногамны. То есть вот эти вот две птицы, которые сидели, это, скорее всего, была пара. То есть они были взрослые, у них были уже белые хвосты. И как бы вот они находят себе пару где-то на второй-третий год. Где-то на 4-5 год они начинают уже гнездиться и вынашивать как бы птенцов, выращивать. Если один из партнеров погибает, то второй партнер может вообще никогда больше не найти себе пару, провести остаток жизни один. А может со временем, там через несколько лет, все-таки найти как бы себе пару. Сколько живут? 25 лет. 25 лет в дикой природе. А падалью не питаются они? Падалью питаются в основном молодые птицы. А-а-а. То есть молодые птицы, они уже по размерам как взрослая птица, но также эффективно охотятся и ловить рыбу. Они пока не умеют. И поэтому им приходится как бы часто питаться падалью. То есть вот особенно у нас есть рыбоводческие хозяйства, то есть вот зимой на них собираются очень много орланов.
это вот уже то, что я говорил, анонсировал, это вот раскатная часть Авандельты или просто раскаты. То есть это огромные мелководья, на которых вот нерестится рыба, кормится рыба. Ну и здесь же питаются многие птицы, прежде всего лебеди, чайки. Вот здесь бывают очень часто пеликаны. Но пока мы не видим пеликана. То есть если двигаться еще дальше, то там уже, конечно, начинается Каспий. То есть, к сожалению, вот сейчас очень низкий уровень. Очень мелкие как бы. Летом можно увидеть каравайку, допустим, это очень интересная птица. Она относится к семейству ибисовых. У нее такой длинный загнутый клюв. А колпица, она в основном встречается не в дельте Волги, она встречается в ильменно-бугровой части. То есть вот Астраханская область, она на самом деле очень разнообразная. Помимо дельты Волги, очень интересной, которую вот мы сегодня краешек увидели, у нас есть очень большие пустынные районы, где настоящие барханы можно увидеть, где песок, где бегают ящерицы, ползают змеи, бегают скорпионы и так далее. То есть вот. А верблюды дикие ходят? Нет? Дикие верблюды, к сожалению, сохранились только в Монголии. У меня есть коллега Валерий Малеев, московский фотограф известный. Вот он ездил в Монголию снимать манулов и барсов и снимал вот этих вот диких верблюдов. То есть диких верблюдов в природе сохранилось всего около 100 штук. Их очень мало, они в природе. Во всем мире их сохранилось всего 100 штук. А в Калмыкии это все? Это все домашние верблюды. Но они там водятся, да? Там... У нас тоже очень много домашних верблюдов можно встретить. То есть в принципе это не проблема. Они не агрессивные вообще? А на самом деле верблюдами как бы они довольно спокойные. Но если они испугались и побежали, они могут растоптать машину. Они очень большие. Они намного больше лошади, и с ними надо быть очень осторожными. Я к ним близко не подъезжаю и стараюсь их не провоцировать. Обычно я их снимаю в Красноярском районе, там огромные стада держат, потому что как бы местные жители, они, ну, они их и едят. У нас на Сабантуе обычно проводятся соревнования, верблюжьи бега, скачки. То есть, ну, как бы для них это такой элемент культуры. Ну, да. Очень большие табуны лошадей у нас держат. Ну, конечно, тоже местные жители. Thank you.
Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.